Состояние криминогенной обстановки по направлению деятельности подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий в январе-декабре 2018 года по сравнению с прошлым годом свидетельствует о значительном увеличении таких преступлений, их в среднем плюс 53%. Количество увеличилось с 3099 до 4741 преступления. При этом число выявленных подразделений РПСВТ уголовно наказуемых деяний увеличилось во всех регионах. Наиболее значительное – это Брестская, Минская и Гомельские области. От общего числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний к категориям тяжких, особо тяжких относятся 62 преступления. Более двух третьих преступлений, выявленных в сфере высоких технологий, относятся к хищениям с использованием компьютерной техники, это статья 212 Уголовного кодекса. Число таких преступлений, относящихся к категории особо тяжких, незначительно увеличилось с 43 до 44. Большинство данных преступлений, естественно, выявляются в городе Минске, это 22 преступления. Количество выявленных преступлений против информационной безопасности, это статьи с 349 по 355 Уголовного кодекса, увеличилось в целом по республике на 48%. Рост числа уголовно наказуемых деяний против информационной безопасности обусловлен увеличением количества преступлений, связанных в первую очередь с несанкционированным доступом к компьютерной информации, то есть неправомерный доступ к различного рода учетным записям, электронным кошелькам, почтовым ящикам и так далее. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений установлено 1283 лица. В прошлом году было 1052.